На приставе на рогу надо покинуть срочно. Да, нам Интерес. Нужно 2Т5 ШП. И рогу. Ну и рогу тоже 2Т5. Ой. Давай вот этого в корнях ферну. Ой. Ладно, всем удачки. Давай, счастливо. Пока. Интересно, если на ШП прожать чешку и дать под пытку разума под этой... Как тел. Могут захилиться? Ты че ёбнутый нахуй? Я его кормлю, не смотри на него. Мордаун, хиль пета. Я в смысле, ять? Сейчас будешь это, вон, транквил у тебя есть, эл-маунт есть, кто там еще? Так, вот рыба. Кто там, это? Лингран, ты на келе или на ком? Ожирение будет, а где? Я двоих подержу. А, ты двоих? Ну давай. Вон у советника справа. Ага, нашел. По шкафу тыкните. Да не надо, забей. Так. Ну дай мне. Вот, трэш идет. О господи, блядь, что это такое? Чего дать? А, это я понял, да. Пускай побегает командир, он все равно, блядь, хуйню делает. Есть где бы 200 тысяч? Нет. А зачем тебе ГБ 200? Раз что ты хочешь бахнуть? Да. Я понял. Кого хочет? Элидарчиков? Нет, я хочет, не было. Нет, я вчера себе подвинул. Этих мобов как привели, блядь? А, под лужу просто кинули, под дверью все. Насмотрелись уже. Нет, я себе вчера паладина за 6 часов бахнул под фул фамилию практически. Сейчас буду сразу качать все. Так, ты на двоих тогда. Ёбаный, можно я на замену пойду? Нет. Че, не досидишь? Давайте. Давай, МВП Хант, правая часть комнаты, Пасифия левая. И кто там самый слабый? Лог, давай я тоже могу. Лог и Мордаун центр смотрите. Вот у вас четверо на этой на сферах. Смотрите, чтобы не упало. Вот два ханта, лог и Мордаун. Вот четыре тела, я думаю, достаточно будет. А где Танатос? Пять слишком дохуя. Танатос, блядь. Вот он. О. Появился. Все, давайте. Агро не сорвите только. С Лингрена не сорвите агро сейчас. Так, первую давай. Ты дашь, короче, протопалом, а я на второй вихрь дам. Это конус альва давайте, умрет. Кинетика справа. Рови стресс его никона. Можете Оман смотреть, там не сильно хуярит. Так, сейчас на второй, на вот этот ян буду давать. А, нету. Ладно. Геру. Давайте Геру бьем. Вихрь прям в центре комнаты стоит, вон вихрь, он сейчас откинет вас. Хопа, как дела? Полет нормальный, да? Полет кайфовый. Блять, заебись. Я понял, нахуй. Ну куда ты? Ну дерево, блядь, ну ты пиздец. Ты видишь же хуйню белую такую? Или что у тебя? Кинетку подбейте. Не бегай только. Я луну подобью, квадрат подбей. Я луну подобью просто. А что с локом? Лока похильте кто-то, блядь. Кто там хилы в той стороне? Он далеко где-то, ебать. Что, на полу будут, нет? В Долоране сидит. Ну там Шадоу срывает. И ревист с водиконом наверху. Все, не бейте, не бейте. Бейте, вон сфера падает. Крест держу, держу крест. Слава, теренашку спрашивают, хм, за сколько продадим? Не за сколько, нахуй, она в гильдии нужна. Ее заберут.
Квадра подобью, подобью. Мы еще не такие крутые, чтобы все это продавать. Витя просто спросил. Ну за блин просто спросил тебя. У тебя откатилось? Сейф. 40 секунд, 45. Я убил его, Мэйс. А, ну ладно, раз он через Талдорама пошел. Я на этот дал вихрь. Ну, бью квадрат, кто-нибудь займите, и там, кстати, на платформе падает. Надо бить. Я забью келесик. Давай. Квадрат подбей, подбей квадрат. А продакс, ты дурак, нахуй. Мне просто скажи, блядь. Ну, ты бегаешь, у тебя 20 стаков, ты бегаешь. Как ты думаешь? Почему ты сдох, блядь? Да не надо ничего отводить, блядь. Не надо, понимаешь? Не надо. Не такая тактика тут. Давай, сейв. Квадрат забрал, мордаун клону тогда. Затягиваешь? Пиздец, блядь. А тебе, Транквилла, что? Набрать мешает религия этот, как он называется? Да, нет, дотягиваюсь. Рейндж нахуй не набирается, да? В присте, блядь. Друид инвалид рес и Транквилл. Пиздец, Транквилл, ты тоже тут первый раз, да? Все, кто хочет ходить сюда нормально, без хуйни, учите тактику. Он уже заканчивается. Друид, ты надо треснешь? Луну подбейте там. Юля, дисконнект. Юля, дисконнект. Пиздец. Этот Лингрен таунтики лесит, а? Таунтики лесит, а? Я подобью, все равно. Ну я хуй знает. Или идите кто-то сферы собирайте, блядь. Без сферы он убьет просто. Сейчас он пошотает, блядь. Зубы по нему, зубы. Никто не бейте, никто не уешьте. Да, блядь, это уже хуйня, нахуй. Сука. Ладно. Дисканула танка, хуй с ним. Ну я не знаю. Да. Все, падаем. Еще... Да, да, конечно, падаем. Хули залупа эта ебана. Я не пью, иначе тоже. Люди же не понимают, как эта хуйня, черные шары работают. Тебе на продакс не надо ничего водить. Ты дамагер, блядь. Шар, если на тебя пришел, блядь, и открытый Талдаром с Валанором, нахуй, ты бьешь цель открытую. Тебе не надо ничего водить, блядь. И стаков 20 у тебя не должно быть, блядь. Ты их набрал, блядь, и бегаешь, и сдох. Ты должен, вот, набрал ты стаков дохуя, там, откинул тебя там два раза подряд. Ты встал на месте, подождал, пока оно тебя скинулось, нахуй, и все, и дальше бьешь босса. Не надо ничего водить, этой хуйней занимается танк. Деда, беги. Блядь. Насрез. Кто там, блядь, стоит? А, это лежит. Вставайте. И убедительная просьба. 10 секунд не вливайтесь в босса, ну. Да, ничего сложного нету, не побить 10 секунд. Чтоб потом, блядь, не надо было вам по убав давать там. ДПСа больше потеряете, чем... Ну... Чем если не побьете, больше потеряете. Потому что на пулов у нас как бы нету, ну. Два ханта. Я на пуле у тебя, я хуй знаю. Жаду, бежим. Давай шкаф, делок. Сумунем там тело, блять, сначала инста бежит. Тыкаем на сумон. Транквилла, ты понял, чего ты сдох? Да. На вихре место себе находи. Ну если хуёво, ищи это, вкачай себе талант, блядь, тело и душа. Хуяк на себя щиток. Попросишь ДСшника, чтобы тебя не считал. На щиток себя кинул, выбежал с толпы, блядь, и все, и ты не сдох. И ты потом рейд похилишь. А так ты не похилишь, сдохнешь, лежишь, чилишь, блядь.
пула не бейте, там подождите, блядь, секунд 10-15, потом только начинайте потихоньку разгоняться. И смотрите вулман. Там два моба он держит. Вулман готов? Может на каску и лапку по крестам. Вам есть каска? Алло, блядь. А у меня нету. Есть у тебя все. 5, 4, 3, 2, 1. Так, давай ты. Правда, когда откинула, не бегай вот так. Там много хп у тебя снесло, прям стой. Жди, пока захилят. И все, когда захилили, уже можешь встать куда-то на поудобную позицию. Там это мордаун над тобой сфера справа. Вижу, 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 подбиваю. Знаете, Геру на Талдрама. Что-то по этому принципу он Ротнуло. Кто это его? Валанар, наверное. Генетика над совами. Подайте сальво. Вадикон реснейший инвизибла. Кому сальву? Мастер какаш. Вставай, они потеряли стали, я понял нахуй. Ладно. Фулл баф по инвизибу, давайте. Крест кинетик. Чё килесит? Морда вон там у тебя тоже. Да, вижу, вижу, луну побиваю сейчас. Не, я луну бью, ты сзади. А, там уже всё пропало. Да, там уже всё. Сейчас я километры донесу. Я возле двери бью квадрат. Подбил, но я лучше я квадрат возьму. Все хорошо. Ровно крест, чтобы кто-то бил. Я луну побью. 5 секунд, идите обратно на своего моба. Я крест могу поднять. Почфея вроде бьет, но не. Так, я дал на этот цикру. Угу. Если будет второй, то... Крест бью, луну кто-нибудь займите. А квадрат, смогу, да. Ты крест. Мордаунт крест, я квадрат. Хорошо. Я луну держу. Сейчас пускай квадрат, там уже все. Что-то сова стоит. Квадрат вылез над боссом там. Давай, давай. Ну, нам подниматься нужно. Пиздец, конечно, душный босс, нахуй. ХП столько. Я тут на сове, нахуй. Я волну влился. Тоже, блядь, несколько раз сферы эти ебаные бил, такая хуйня. Ненавижу, нахуй, просто бесконечно такое чувство, я тут два дня уже сижу. Крест, не забейте, забейте. Держу, держу, держу. И у нас там уже где-то чуть дальше поможет. Ладно, я квадрат возьму, что? Не, квадрат я бью, все хорошо. Сейчас я луну-то взял. 5 секунд. Келесит 5 секунд. Потихоньку можешь отводить. Блин, босса, блядь. Жаль, нельзя эти, блин, кинетики просто туда к боссу подвести, чтобы меня шотнуло и нафиг. А боссом кинетика появилась, бейте кто-нибудь из этого. Она самая ближайшая камня сбила. Бума. Сейчас я поднесу. Я
7 секунд, Валана. Я крест подобью, Валана. Все, идите на Валандера. Так, что ты... Квадрат, подвиг по себе. Ты дашь на первый, да? Или что? Да. Ага. 10 секунд у меня, когда... А нет, ты давай. Ооо, дал. Квадрат заберу. Угу. Падает луна, падает луна, падает. Сейчас луна. Упадет, ебать. Стой, я поднимаю. Что это было, нахуй? Она исчезла? Да, она кончилась. Видимо, она кончилась. Все, я контракт забираю, луну забрал, квадрат Беймор, даунт. Можешь не медлить. Да, там пизда, короче, там я действие такое. Квадрат бью. Давай, я луну потяжу лучше. Еще одна тут же. Держу крест. Где крестик держу? Я держу луну, фигачите. Что за хуйня? Почему у меня... Лесит 3 секунды. Крест 2. Держу босс луну. Луну бью тоже. Держу. Кинетика далеко вообще, смотри, на пьедестале вон. Давай, я пойду этот, по себе бей крест, я сейчас квадрат добью. Квадрат, луну ловите. Я ловил луну. Сейчас я дам на вихрь. Да. Далеко. Ага, там по себе бьет. Вот прям по сферу, найс. Че, он там только так скоро? 15 лямов еще. Оху, я кинетику просто в космос запуливаю. Уебищный бой, да. Я луну возьму. Далеко это. Я возьму крест. Квадрат еще надо. Падает. Давай. Падает, падла. Лову лови, там лучше я подробил. Хорошо, давай. Вроде крест валялся там. Крест в космосе, я помню. Чё там, добивайте быстрее лям. 5 секунд до смены. Новую забираю. Хорошо, ну тоже пехотовая. Вали, наконец-то, да. Блять, пиздец, это не босс, это когда параша. Не бегать нельзя, блядь, там бить надо. Ой, ужас. И, сука, нет плаща моего ебаного. Как и ластового осколка. Нет? Ластовые тебе? Ну пошли, сейчас свальки будут. Ребят, это может, какаши. А я, короче, надо уйти. Иди, чё? Чё там мы с профом 7, так, 8 боссов, да? Ну иди. Да, доберите вместо меня тоже, я все это 30 минут говорил. Это кто? Shadow Knight. Ну идите. Из вас убийцы. Спасибо за рейд. До давай. Завтра. Только не ливайте среды, просто офнитесь. Да, хорошо. Что будет, мы ладно идем или мы на себя хватит? Не, на Вальку пошли, вдруг выпадет осколок.
Так а какая разница, он сегодня выпадет, ну, завтра да. Все равно не сможет. Че, ну, хотите, так, давайте... Все равно КД наша геровская. Давайте... КД уже не сможет купить. Давайте роток. На следующем буду покупать. Ну да, так что тут уже и завтра можно добить. Да, чё? Давайте на завтра тогда. Рота дадим, да? Ладно. Да. 30 минут задержались, вот 30 минут прошло. Прям всем спасибо, всем пока. Давай, счастливо. Я сейчас сотку им еще сверху накину. Ваня, ты челить? Или что? Я вход с тобой играть. Кольцо у Холидринка, пока у Лингрена, пока не распилил. Лингрена. Пока не распилил, спроси у него. Че, продукс? Слышь, Ваня, первые 320 голды Садона. Нормально.